что, друзья, всем привет! Выбрались мы в угодье поставить скрабки, более-менее их обделать. Вот один уже обделали. Тут будем сейчас тоже маскировать. Сверху у нас вот такие сделаны как бойницы. По 4 человека получается будет. Вот, мешковиной тоже. Травушкой какой-нибудь закроем. Гусь стороной проходит, пока еще не манили. Взял манки с собой. Я думаю, чуть попозже мы попытаемся. Поманить. Вот. И что из этого получится, вы увидите в видео. Думаю, будет интересно. Так что смотрите и подписывайтесь на канал. Нас атакуют сверху. Со всех краев. Он сейчас такой гуся, он разворачивается. А там сколько? Смотри, как они с серпом складывают крылья, да? И падают просто. Вон сзади налетают. Сзади. Еще сверху, смотри, идут. Вообще. Это гусипад. Ну, вообще. Вот тройка над нами там. Шапками закидать бы их. И вот они. Булат, вот этого шапкой бей. Вообще. Вот ради этого мы ездим на охоту. Но охота откроется через неделю. Но гуся, во! И всего лишь одним манком. Крутил я сколько? Минут 15, да, получается? Маночек, Гоман, компания манков. Во, просто. Бейсболками можно было закидывать. Вот так вот. Эх, душу. Растревожили. Травят. О, сверху еще косяки. Бессмертный, что ли, я не понял, Я даже глаза у них рассмотрел. Я думаю, сегодня можно было даже без манка напролет. Смотри прям, глаз. Смотри. Хорошо, смотри, да? Смотри. Да.
любимую кочку свою. Я вижу их. Лежат. Посадили, прикинь, без пропилей. Вы на канале Петрович на охоте не только. Через неделю открытие. Смотрите, сколько его. Просто. Это был шикарный кадр. Не забывайте подписаться на канал, написать комментарий и нажать колокольчик. Всем удачи. Пока.